едет БТР по улице, на нем танцуют пьяные негры, и на тебя автоматы наставляют. А, лаки в руки. Хай валят. Мы их сюда не звали. И к ним не пошли с оружием. Так ведь? Мы их сюда не звали, и к ним с оружием не шли. Когда идет бабушка, везет внучку, а он на дитя автомат наставляет, а бабушка падает, а они стоят, хохочут. Это что, нормально? Это нормальные люди. Это советская, украинская армия, которая защищает свой народ. Если как они кричат, мы идем вас освобождать. От кого? Ну от кого, скажите? Брат на брата.